Всем привет из Ялты. Я на улице Чехова. Тут прекрасная новость. Убрали машину, которая стояла старинная тут. Желтого цвета. Стояла, ну, лет 10. Очень долго заброшенная была. И вот, наконец-то, случилось чудо. Наверное, остались чьи-то вещи. И их не убрали, потому что, наверное, ждут, пока придет хозяин и заберет. Ну, а так, конечно, прекрасная, хорошая новость. Наконец-то улица Чехова будет чистая. А то тут стояла достопримечательность одна желтая. Вот это место. Всем спасибо, кто убрал машину. Ура, ура! Радость и счастье! Всем хорошего денька! Теперь на Чехова очень оригинальный, только этот недострой. Или, может, наоборот, какие-то развалины старинные. Кто знает что-нибудь про это здание, пишите в комментариях. А так всем желаю прекрасного дня. Пока-пока.